целом вот 305 случаев, прирост за сутки 5 случаев, если процент соотношения 1,7, потому что республика именно вот такой алгоритм подсчета ведет, и в том числе вот, по районам. Не все районы охвачены. Это, с одной стороны, радует, с другой стороны, каждый раз вот что-то прибавляется. На лечении находится 110 человек, в целом выздоровело 182 человека. На сегодняшний день более жесткий такой карантинный режим соблюдается по городу Талдыкурган, ну, Талгарский район и Кигенский район. В остальных у нас послабление уже. Межпоселковые блокпосты мы сняли. Вот, сняли. Вот эти вот, но въезд в область и выезд мы оставили. Относиться. В первую очередь надо думать о близких. Я в первом своем обращении об этом говорил. О детях надо, о своих согражданах, о своих людях, коллегах и всячески беречь их и себя, естественно. Поэтому я призываю вот, через сегодняшнюю пресс-конференцию, чтобы люди в первую очередь соблюдали вот, и проявляли высокую социальную ответственность.